Всем привет! Сегодня расскажу, как я неудачно, а потом все-таки удачно стрелял из ИЖ-СПЛ. Обойма центробой. Вы в предыдущем видео смотрели, как я их восстанавливал покрытие. Из двух там собирал один. Ну вот, один из этих участников видео. Вот он такой. Итак, в чем заключался прикол? Значит, пошли мы гулять с Собакином. Ну, я думаю, надо взять пару капсулей и бабахнуть. Но я взял один капсуль. Вот. Сейчас мы возьмем стреляный. Вот, стреляный капсуль. И теперь смотрите весь прикол. Я его снаряжаю в эту камеру или камеру. Вот. И снаряжаю. И пытаюсь сделать выстрел. Выстрела не происходит. Я, конечно, не понимаю, в чем прикол. Взял вторую обойму, боковую, с буковкой Б. Также сама снарядил туда капсуль. И выстрела нет. Думаю, ну, видать, я когда их разбирал, собирал, что-то сделал, все-таки что-то поломал, наверное. Хотя ломаться там нечему. Вот, пообщался с человеком, которого я брал их. Он говорит, а там нечему ломаться. Ну. И потом до меня доходит, что когда я снаряжаю капсуль вот в эту, будем говорить, первую, но по факту это не первая, это восьмая камера. И ударник находится здесь, на уровне вот этого отверстия. Следовательно, выстрел должен произойти только когда обойма практически вышла из пистолета. А для того, чтобы выстрел произошел, нужно снаряжать вот в первую. Вот это первая камера. И когда мы вставляем обойму, задвигаем ее до упора сюда, первая камера на уровне байка. Вот так вот бывает иногда, как говорится, век учи, век живи, век учись. Ну, это моя первая была стрельба. Вчера мы пошли гулять с Собакиным еще раз в школу. Я зарядил несколько капсулей, пострелял. Что я вам скажу? Вельшкорги, ну, по крайней мере, моя девчонка не боится. Ну, как бы такое сказать, что там выстрелил, и собака там испугалась, прижала уши, побежала куда-то, какая-то истерика у нее была. Не, ну, как на любой шум собака как-то там отреагировала, дернулась, посмотрела в сторону, ну, и продолжила дальше заниматься. Видео я не снимал, потому что было уже темно, когда мы ходили возле школы. То есть можно будет в следующий раз, если пойдем чуть пораньше, может и по темноте, я думаю, с освещением можно будет снять видео, чтобы вы посмотрели, как реагирует собака на СПЛ выстрел. Он, конечно, намного тише, чем стартовый под холостой патрон, но все равно так нормально бабахает. Вот такие вот пироги. Надо быть аккуратным и внимательным. Всех благодарю за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Ну, если вы ставите дизлайк, то я прошу аргументированно напишите, за что дизлайк. Я, если это конструктивная критика, что я там что-то где-то, то я это принимаю. Если это просто мне не понравилось, ну, не понравилось, значит, не понравилось. Туда тебе и дорога. Еще раз всем пока.